нужно смотреть в Лувре. Это большая обелиска, художник Энгр. Забегая вперед, скажу, что мы потом, после Лувра, смотрели в Дорсе его совершенные шедевры. Один из них – «Источник», потрясающее произведение. И вот эта большая обелиска была написана Энгром в период, когда он находился в Италии. Насмотревшись Венерами великих мастеров эпохи Возрождения, он как бы, я бы так сказала, мой ответ великим. Видимо, внутри себя Энгр решил, что я не хуже Тициана. Я попытаюсь сделать и показать вам, что я могу женское тело написать так же прекрасно. Живая картина, конечно, не идет ни в какое сравнение с этой иллюстрацией, которую вы видите, но она производит очень сильное впечатление. Следующее. Вот я не случайно после трех дам выбрала именно французских художников вам показать, для того, чтобы вы понимали, что все-таки Лувр – это музей Франции. И хотя там собраны шедевры живописные, скульптурные всего мира, разных эпох, но базовая коллекция – это коллекция французских художников. И поэтому вот такое вот произведение ошеломляющее, особенно если знать, что ты смотришь, это произведение Теодора Жирико «Плод медузы». Теодор Жирико написал эту картину сравнительно молодым человеком. Ему было 23-24 года. Для того, чтобы не выходить из мастерской, а упорно работать, он обрился наголо, что по стилю Франции 19 века было невозможно. То есть человек бритый не мог выйти на улицу, потому что наголо брились только люди, которые попали в тюрьму. То есть он специально придумал себе такое добровольное заключение, чтобы не выйти из мастерской, пока не напишет «Плод медуз». Им рассказана история, которая имела место в действительности. Корабль «Медуза» потерпел кораблекрушение, и горстка пассажиров и матросов спаслись, сбив наспех плот, и оказались в открытом море. И когда, так сказать, все первые превратности закончились, и людям уже казалось, что вот, наконец-то, они преодолели и бурю бушующую, они преодолели, так сказать, первые страхи, когда произошло кораблекрушение. Случилась беда, которая была сильнее предыдущих. То есть оказалось, что у них нет пищи на этом плоту. И, о ужас, то есть те люди, которые умирали от голода или от слабости, они стали, вот эти люди, которые попали в такую ситуацию кораблекрушения, они стали заниматься каннибализмом. То есть это известная история, которая французскими журналистами тщательно скрывалась. То есть на уровне правительства Франции того периода было решено не придавать огласке этот эпизод. Но Жирико раскопал эту историю и показал ее в живописи. Более того, вот человек, нижняя часть которого он, значит, вот-вот, Антон показывает, нижняя часть тела его как бы обрезана рамой, это художник Делакруа, который позирует художнику Жирико. Вниз головой он много месяцев провисел, и Жирико его изображал. Для того, чтобы было достоверно, вот как бы позиция одного из умерших людей, его голова должна была быть в волнах моря. Когда Делакруа увидел, что ему отрезали голову, значит, он не попал в картину, он был страшно разочарован и хотел высказать Жирико свое фе, на что Теодор ему сказал: «Жан, но ты же знаешь, что ради композиции мы еще не на то готовы пойти. Мы же с тобой художники». Делакруа, так сказать, сменил гнев на милость, сказал: «Ну,
принципе, да, по композиции это было бы лишнее. Так что правильно, что отрезал. И эта картина вызвала дикий скандал в обществе. То есть французская мораль не представляла себе, что можно вот открыто показать каннибализм. Но таким образом Теодор Жириков вообще прославился. Вообще я вам хочу сказать, что изучать французское искусство, изучать, допустим, того же Теодора Жирико, доставляет огромное наслаждение, потому что художники поднимали такие пласты неизведанные, которые до них не поднимали никакие другие художники мира. То есть импрессионизм появился во Франции не на ровном месте. Но Жирико, например, у него есть серия портретов людей из дома печали, из дома страдания. А говоря нашим языком, портреты людей из сумасшедшего дома. Целая серия. И смотреть на эти портреты спокойно невозможно. Потому что ты этих людей начинаешь читать. И когда ты их читаешь, то мороз по коже. То есть он открыл там какие вещи, которые вот просто в портрете не видно. Он великий художник. Следующее. Эжен де Лакруа. Смерть Сарданапала. На постели, на алой постели, лежит властелин ассирийского государства Сарданапал, который знает, что его столица, его дворец обложен врагами. И пройдет совсем немного времени, когда будет сданный дворец и падет столица, и, так сказать, он попадет в плен. И зная это, он приказывает все, что он любил в этой жизни, а больше всего на свете он любил лошадей и женщин, привести и убить на его глаза. И мы это видим в смерти Сарданапала, как любимый конь. Тут не очень хорошо видно, а в живой картине в Лувре это видно. Любимого коня перерезают ему горло. Убивают наложницы из гарема, самых любимых, которых он обожал. И все это происходит, он лежит, опершись на руку, вы видите, он на локоть оперся. И наблюдает, как все, что ему было дорого, все, без чего он не мог жить, на его глазах уничтожено. На его глазах это все превращается в мертвое из живого. Потому что еще несколько мгновений, и он тоже покончит с собой. Вот такая картина, я бы так сказала. Жирико после Энгра, после классического, спокойного, такого Энгра, который опирался своим искусством на Рафаэля. Он больше всего похож на Рафаэля, конечно. Приходит Жирико, который описывает страсти, мордасти, ужасы, вот какую-то вселенную страха. Приходит де Лакруа, а следом за ним идут импрессионисты, потому что де Лакруа показывает моменты высшего вот какого-то человеческого ощущения и страха, и ужаса, и иногда восторга. Все зависит от того, какая картина перед нами. Вы все знаете, в этот раз ее не было в экспозиции, но вы все знаете картину «Свобода на баррикадах», это тот же де Лакруа.